Всем добрый день. Добрый день, наши подписчики. Добрый день, друзья. С вами, как всегда, Килка, Сайленд и... Господи, Кузи Грин. Поздоровайтесь, ребята. Привет. Всем привет, ребят. Значит, мы, как всегда, играем в Days. Я, наконец, встретился с ребятами. Вот с этими двумя. Вот наш Килка. Айнс. И вот Грин. Всем здрасте. Ну, вот эти находимся палатки, про которые они говорили. И Спидлесс был убит. И вообще до хера. В общем, поскольку по такому случаю, то, что здесь так много народу, мы отправляемся в Черногорск. Это вообще самая здоровая идея, на которую мы могли прийти. В общем... Да. В палатке, в общем, палатки находятся на сервере FR8. На квадрате 130.014, прям в углу. Короче, у квадрата, кто хочет... Это недалеко от Каменки. Так что, если вы вдруг засунулись в Каменке, то не боитесь, найдете лут. Каменка, кто не знает, я покажу на карте. Каменка, это вот это, вот это. Спасибо. Палатки где-то вот... Палатки, это квадрат где-то вот здесь. Вот. А теперь мне кажется, что здесь... Мне кажется, что кто-нибудь может появиться сейчас здесь, потому что убили два человека уже. Ну да, и пора выдвигаться, я так думаю, да. Да, так что, возможно, вы не будете первыми, кто найдете эти палатки после нас. Ну все, самая здоровая мысль. Кто, кстати, нам предложил идти в Черногорск? Не знаю, по-моему, ты. Блин. Да, по-моему, все-таки это был Чилка. Нет, я говорил то, что может старый, а вы там... Да не, Черногорск, все это. Черногорск точно ты говорил. Ну, видео, в начале видео, да. Вообще время. Так, давайте оббежим город. Так, ребят, мне кажется, мне надо настройки немного пониже сделать. Почему? Поскольку немного подлагивает. Ты когда будешь мне делать настройки пониже, у тебя выключится видео, придется заново начать снимать. Давайте, я пока что пойду полутаю, найду антибиотик. Ладно, тогда следующая серия, думаю, я сделал настройки пониже. Да-да-да. У тебя еще красные циферки идут? Да. В данном случае сейчас 14. Ну да, у меня 16 и 15. В общем, это так, ну, наверное, не знаю. Но все идет гладко. Кирилл, займи зомби. У тебя МКПБС недалеко, на меня не смотри, нацелься на меня. Там уже Саша играет. Ой-ой-ой, Кирилл сагрелся сзади. Как откуда? Он не рычит, я не понимаю. Или я не услышал? Лежать. Да не-не, он не орал. Я бы слышал. Вот это вот Каменка. Я только обернулся, слышишь, шаги. Сань, ты там где? А? Я тут, на дороге. Угу. Вон я вижу... да, вон вас вижу. А там за тобой зомби ходят. Да и пофиг. Я на нобалево. В общем, решили мы идти на пролом. Прям через один из... На кого-то сагрелся, ребят. Это на... Да, это на этого тут. Вот зараза. Да не пали ты по мне, ты, блин. Я не по тебе стрелял. Я в того зомби стрелял. Явно этот Пири Антонио появляется в Каменке или где-то неподалеку. Ну, сейчас побегаем, мы узнаем. Так, все, привязался. Так, канал только прямой есть. Погнали. Кирилл. Так, мне кажется, лучше по железной дороге бежать. Да, я тоже так думаю. Ну, сейчас вот как раз на нее выйдем, по идее. Вот здесь, кстати говоря, игроки сейчас исполнятся. Что ты взял? Мне нужно более утоляющий, пацаны, у меня так все дрожит. Так, за баг, за баг сагнулся. Ну, пусть бежит, кто... Почему они не орут, ребят? Или он у меня... Орал. У меня не орит. А, ну сейчас орал, да. Кирилл, ты можешь заниматься зомбами, а? Ну. Потому что у меня СВД. Так, есть такая идея, забеги туда на пирс, может там будут пейнкиллеры. Так, вы бегали бы хоть не в полный рост, что ли, а то тут... Да ладно! Все бегут в полный рост, вы бегали не в полный рост. Ну, он сагрелся, по-моему, кто-то бежит. О, тут только три зомба заспавнилось только что. Давай, прикрой, короче, я тут полутаю. Так, запчасти, ёжик... О, тихо. Блин, чё же так не... Мышка заела у меня. Во, всё нормально.
Блин, одной пули ему в жопу не хватило, что ли? Тихо, чуть не по мне попал. Как, я вообще далеко от тебя. Туда, удачно бегаешь. Ах, вы тут? Да, мы тут уже... устраиваем резню. Пейнкиллеры есть, нашли? Нет. Не, пока не нашел, сейчас думаю, найду здесь. Так, ладно, Кирилл нас особо с обязанностями справляется, тогда бери. Так, я нашел... Что нашел? Так, бинт нашел. Понадобится тоже. Да ничего такого, по принципу. Замаки тут где-то бегают. Это я бегал. Не-не-не, тут кричал зомбак сейчас. Так, это да, вон он лезет. Больше не лезет. Ну чё, пошли дальше? Ну, думаю, ну, да. Думаю, да. Пора бы уже убегать. Блин, хотел бы я сейчас... Кто-то стишки читает. Блин, как-то реально лагает. Он, ну, не лагает, а этот бандалячий нужен. Так, подожди-ка, зомби спа... Еще кто-то зашел в каменку. Чё ты взял? Потому чё что... Зомбак отреспаунился, потому что мы их убиваем. Вообще-то, по идее, не должно быть так, если один и тот же человек находится и мочит людей... людей, зомби, то они не должны... Не-не-не, всё правильно. У меня так... Ещё кто-то бежит. Ну как они агрессы за столько метров, непонятно. Там еще один бежит. Сзади бежит. Забегай на пирс, они не зайдут сюда. А. Ну вон, видишь? Все хорошо. Ну что, пошли? Самый умный, да? С сэмками бегают. Ну только что, килка их не отстреляют, пришлось не взять. Ну блин, я потому что... Все-таки пошли. Это тоже зомби идет. Где? К нам бежит еще один. Блин, да пусть бегут, че мы их отстреливать будем, патроны тратить. У меня всего 7 станагов, тире 8 осталось, вообще мало. Ну у тебя нет, нормально будет по 8 станагов, это еще более-менее. У меня еще на ПБС пистолет, куча станагов, 8, станагов, патрон обоим. 8 магазинов, чё ли? Хоть не бегайте, ребят, но у населённом пункте действительно зомби агрить, привлекать внимание к себе. Ну блин, и ну что то никто не бежит еще. На кого? Ну а кто впереди? На кого? Я, зомби? Это я бегу. Кирилл, ты... Я вижу. Я же в него попал, чё ты? Стой смирно, гад. Вот так. Ну все, не населенный пункт, может побежать здесь в полный рост. Кажется, понимают, что Кирилл у нас находка для шпиона, но погнали. Я знаю то, что болтун находка для врага, ну ладно. Ну слушай, ну кто еще будет в каменке с автоматами бегать? Да, мало ли, может быть. Кто-то круче нас нашелся. Все, по железке, в общем, побежим. Грин, ты не беги так, потому что ты потом устаешь, и в итоге то, что если бежишь медленнее, то ты бежишь быстрее, чем рывок. Так он скин-герой, ему пофиг вообще. Ах да, в принципе, если добряк, то тогда можно бежать быстро сколько хочешь. Я наверх поднимусь, посмотрю, что там как. Да ладно, чё, ну, ладно. Ну и побегу хотя по этой стороне просто. Ну да. Более растительность, чем у вас. Давайте те, кто в камуфляже будет бежать по лесу, а те, кто без приманка. Да не-не. Спасибо. Шучу. Ну, скине доброго, конечно, по мне. Ну, много кто начнет палить, потому что... Хотя... Потому что поймут то, что стрелять не будет, да? Они просто не знают, каково твое настоящее лицо. Да? На предыдущем, если можно сказать, так сказать. Мне кажется, когда мы с тобой встретились, ты только в электрозаводске на добром лежал, да? Ну, практически. Так что вот это вот настоящий электрозаводский снайпер. Это самый настоящий электрозаводский снайпер. Почему же никто не помирает уже так долго? Да найдем кого-то тебе жертву. Что? Слева от меня три точки. Это обычный кабан там или еще кто-нибудь. Кабан, может, техника какая-нибудь. Техника. Это часто либо животные, либо зомби.
А кто-нибудь уточнил, во сколько мы начали запись? Если честно. Нет. Не, как тоже поглядел. Ну, короче, наверное, снимаем уже минут 10. Ну, чуть-чуть поменьше, думаю. Ты как там на этом в программе продолжительность ставил на час? Угу. И сколько у тебя там полоска красненькая заполнилась? Какая полоска? Я ну, там, где циферки у тебя идут, видишь? Нет, у меня там нет полоски вообще никакой. Только циферки и все. А циферки красные? Да. Ну ладно, блин, не знаю тогда, просто у меня полоска идет, это типа таймер, то есть через час у нас прекратит запись. Mm. Вот там, возможно, найдем тебе пейнкиллера. В том заводе. Сань, ты помнишь, что я имею в виду? Да, да, я понял. А вон ты вообще там сверху бежишь? Ну да. Прикольно выглядишь. Классно выглядишь. Да меня что-то вперед впустили, ну ладно. Да тебя не жалко как-то. Ну да, в принципе. Кому дело, да? Старолетнего. Я палатки вижу. Да ладно. Да, около маяка. Слушай. Палатки, не знаю, правда, с чем. Без ничего, кажется. Нет, они с чем-то. В них. А два. Кто сидит там? Где? Я у маяка сижу. А, все, вижу. Тут лежит Г-17 и ПДВ. Я обоим к нему. А что в этой палатке? Пусто. Она пустая. Подожди, да ладно, и тут никто не видел ничего. Пипец. Да, не повезло тебе, Сань. Если мы всегда находили в палатках пейнкиллеры, то это не тот случай. Ребята, маяк Комарова ФР-8. Две палатки. Ты чё, прилёг, думал, что человек где-то? Ну да, внимание, ребят, я думал, может, кого увидел, поэтому я тебе так и сказал. А-а-а. Я как бы прилёг. Тут убили ещё одного, так что, возможно, сейчас около маяка кто-нибудь и появится. Обычно около завода появляется. Очень много раз я появлялся около завода, вон того, который впереди, да? Как-то так. Кирилл, а ты уверен, что если сейчас я в настройках видео убавлю... Если ты сейчас будешь менять настройки графики, то тогда у тебя сразу выключится видео, перестанет записываться. Все понятно. Так, нет. Друзья мои, что могу сказать? Может, побежали к населенному пункту? За балков я не вижу вообще отсюда ни одного. Угу. Что-то Fun Like Star, наверное, не знает, как нажать, как перевозродиться, потому что он, наверное, нажимает на возрождение кнопку. Так можно и 4, и 5 раз подряд умирать. Я здесь, если что, наверху на горе вас смотрю. Угу. Уже боюсь. Да, вон вижу вас, боюсь. Заходит еще один чувак, пагод, бла-бла-бла, что-то. Смотрите по сторонам, вдруг кто-нибудь появится. Если кто-нибудь появится... Подожди-ка, там еще палатка была? А, нет, это камень. Если кто-то появляется, то добрые с ним или как обычно? Не знаю. Бинтов у тебя много? Нет. Ну, тогда не знаю. Один бинт. А, то бишь ты хочешь по-обычному прострелить ногу и перевязать, да? Ну да. Ну, сейчас, может, найдем бинта. Саймон, помнишь, где мы с тобой машину прятали в каменке? Я помню. Это было вообще жесть. Это было несбываемо. И она там 2 дня еще стояла. Это на пирсе, короче, в этом, в ангаре. На пирсе день... Нет, на пирсе, подожди, полтора дня стояла. Так, впереди, Кирилл, впереди, как ты видишь... Заспаунились зомби. Вон видишь, впереди ангар... не ангарщик, то есть здание. Да, вон вижу, да, заспаунился. Вот там заспаунились зомби, да. Ну, это значит на нас. Давай. Ой, я вижу еще одну палатку, две палатки. Где? Под пирсом, ты представляешь? Пипец. Люди, сервер FR8, не верите, проверьте. Координаты вот. Я тоже показываю уже, слушай, это просто обалдеть.
Те не... Они, наверное, думают, что никто не будет приходить, но если, конечно, сейчас... Тут лежит что-то. Так, о, тут лежит МК. МК-48 мод 0, антибиотики. Обезболиутоляющая есть. Да, я подхожу уже. Хитпак. Вот, МК-48 мод 0, кому надо, берите. Динамер, то есть, ребят, вот смотрите. А я за... А, не, фу, все нормально. Полный комплект. Вот, МК. МК, 4 винта. О, магазин СД как раз таки, отлично. Бинты кому там нужны были? Я возьму. Подожди, я тоже один возьму, я выкину один магазин. Знаешь, по 15 патрон в каждом магазине, нормально, да? Вот, ребят, показываю свой лут. И все это мы нашли на сервере FR08, вы представляете? Да, вот этим всем мы рожились. Да. Так, у меня тоже нет болеутоляющего, я думаю, возьму. Посмотрим. Ты себе ножки морочишь, а я с этой стороны вообще. Я думаю, кстати говоря, ребят, можешь попить, поесть, пока тут есть еда. Ну. Питьё. Там сколько еды было? Ага, один жареное мясо, да? Ну это я уже поел, я сейчас еще питье возьму. В той палатке еще, по-моему, лежало. Подожди, я выложил один этот, я выложил один... Как он там? Ну ты понял, что я выложил? Морфи? Нет, станак мой, я просто попил тогда из этой. Угу. И сейчас поем тогда, съесть еду. Ребята, патрон есть для М9? Да. Да, вот в этой палатке, в которой ты сейчас подбегаешь, здесь патроны для М9. СД, да. ПБС. Да. Так, ну только теперь я еще больше боюсь, что хозяева проявятся. Так, кто хозяин этой палатки, отпишитесь в комментариях, вы больше не хозяин. Вот тут вот три чувака, которые сейчас вокруг них, вот это теперь хозяева. Все. Не факт. Они могут просто забрать лоды все. Сложить палатки. А мы можем... Да, давай. А, ну да, кстати, тебе же это так надо. Так чё, будем еще заходить в этот, в завод? Ну, можно взять на всякий случай, так, ну, пожарку. Да, господи, что я попасть не могу. Господи, вот так это делается, вот так делают профессионалы в гиле. Чё-то у меня... Попьём? Но мы уже поели. Да, мы уже. Попил, поел. Я тоже. Ну чё, побежим дальше, найдем еще. Ой, ребят, впереди зомби очень-очень много. Тихо. Вижу трое. Четверо там еще прыгун. Да, господи, что за лаги? То же самое. Ладно, пошли дальше. А, ну да. Как-то реально лагает. Может, это у меня, потому что... У меня просто со временем... Со временем на секунду просто застывает экран, и все, и потом... Ну да, это, мне кажется, все же от этого... Из-за записи. Ну а чё тогда у Silence, он же вроде бы не записывает? Я записываю, почему? Ну, через другую программу. Я записываю, но не с помощью вашей проги, у меня... Я почти, чем ваш... Ну, чем ваши. А, не, вон там вроде бы мы прятали нашу машину, да? В том пирсе. В следующем, да. Да-да. Ребят, заходите на сервера разные, и там вот ищите машины. Да, только нас это уже свистнули, чувак. Ну да, это верно. Такая спецназ. Да, если что, у меня тоже есть гири, но я не стал его надевать. Он хочет оставаться добрым. Да, поскольку мой скин мне больше нравится. Ну, короче, в чем еще плюс то, что он добряк. Мы будем лежать где-нибудь на добром со снайперскими винтовками, он добряк будет лутать Электрозаводск и... С моим-то лутом, что мне там лутать? Ну, будет под теплым приемом принимать других ребят. Ну да, кто не видел, мой лут в рюкзаке лежит. СВД в руках у меня, МК, ПНВ, дальномер. Вообще легко найти. GPS. Я не знаю, что еще тут у меня есть. Конфетки. ДМР и СВД, да. Был еще Л-85, но до этого я ее обменял на гиле. О, на гиле СВД. Mm. Ну да. Так, что-то погибло. Наш, этот, бывалый. Я сзади вас бегу, ребят. А, окей.
Господи, если меня сейчас опять начнут пилить на чердаке, я не знаю, что я сделаю. Включать тебе микрофон. Да ладно. В первой серии пережили, некоторым даже поставили лайки. Хоть и в начале, там в Электрозаводске сразу было дрель слышно. Еще мило. Ну да. Блин, мне кажется, что мы снимаем уже минут, наверное, 20. Ну, в общем, еще 10 минут. Не, просто вот эта вот, которая полоса, она очень практична. Завел на час, и вот сейчас у меня остается примерно так сантиметр до половины. И тогда будет полчаса, в общем. Так, отлично, можно определять время. В болото на ВПП будем заходить? Ну, я что думаю? Я думаю, мне кажется, стоит подойти и закончить данную серию. В принципе, да. А в следующий мы отправимся в Черногорск. На сервере, где столько народу. Вообще дофига, правда? Ну да, но я не думаю, что мы успеем дойти до Черногорска. Хотя... В этой серии не успеем, но от болот до... Слушай, от болот до Черногорска. Рукой подать. 20 минут. Какое 20 минут? Минут... А, до Черногорска? Да. Черногорск минут 10. Говорю же, директ... Ну да, я короче, думаю, у нас... В том ангаре. Директ минут 20. Он в том ангаре, к какому вы подбегаете. Закончим, я не знаю. Да не-не-не, еще... Не 10 минут еще можем. До болот давайте добежим. Да, мы можем, в принципе, в болотах. То есть, подождите меня, я сзади вас бегу, ребят, немножко. Как я показывал. Стекло? О, кола. Ищи, кола-то мне сейчас очень надо. Все-все, кока-кола, все, ребята. Я богат. Петрович, Петрович, ты что тут делаешь? Петрович? Где Петрович? А. Ой, он с Сидоровичем. И Сидорович. Так... Они вместе, короче, походу спаривались, они друг в друге были. Кто там мое отчество стыбзил? Сидорович Петрович. Что? Да, это... Какое отчество? И? Что? Какое тебе отчество? Петрович. Факе. Лайк за это. Петрович, и до хера как-то на... Ну да, автомобильное стекло. Там была кока-кола, но кто, кое-кто уже 0,3 литра банку выпил. Нет. А, он ее... Он бесплатно взял ее. Блин, не сумел обогнать, я думал, я сейчас обгоню, так и так... Блин, ладно. Слушай... Ну, подожди-ка, я сейчас подошли. Отмечу. Болото я вижу впереди. Да, и вижу уже вышки деревянные. Ах, 400 метров, пипец. Нам в ту сторону на ВПП болото. А, блин, реально? Блин. Вот видно отсюда даже уже, если присмотреть. Слушай, слушай, мы вообще так близко, я даже не думал. Это же было Комарово, где мы только что были. Или что это было? Комарово, мы сейчас в болотах. Блин, как-то мы быстро прошли, если честно, не заметили. Мы уже 20 километров отбежали от... 2700, точнее, от, как называется, от Каменки. Вообще быстро время летит, когда болтаешь? Согласен, ребят, ну что, давайте куда-нибудь... Посетим. Давайте вот... В аэропорт. Да не-не-не, около аэропорта, ты чё, в аэропорту выходить? Это... В аэропорту по крайней мере пусто вообще. Ну, в лесу. Конечно, очень... Давайте где-нибудь вот здесь, вот, да, ребят. Да-да. С красивым видом на болото. Если честно, болото я за окном могу тоже видеть. Но... Присаживайтесь, друзья мои. Так, ну что, на сегодня, я думаю, достаточно. Скоро продолжим лутать болото. Посмотрим, что там сегодня зарезалось. Да, с вами были Green, Silence и Килка 806. Всего хорошего. Давайте, до свидания. Пока. Пока-пока.